Доброго времени суток, дорогие коллеги, с вами Кононова Аня. Я хочу показать сегодня две своих покупочки, которые мне, в принципе, обе понравились, только вот ботиночки для дочки младшей велики, да, то есть мы их уже померили, но возвращать мы их не будем, оставим на весну, потому что они мне очень нравятся. Итак, давайте же перейдем к сумочке. Сумочка классная, вот смотрите, какой у нее рисуночек. Это вышивка, скорее всего, да, как вы видите. Вот, прям великолепное качество вышивки. Все ровно, все классно. Замочек идет железный. Да, вот один замочек идет железный. Она пришла в очень интересной упаковочке. Да, то есть вот такого вот цвета. Сейчас я уменьшу. Вот, пришла в такой упаковочке и вот в такой вот в белой упаковочке еще. То есть внутри бумаги не было, что очень радует, потому что после посылок Faberlic иногда приходится много мусора выносить, если честно. Вот. Итак, сумочка. Аннотация очень мелкая. Постараюсь вам ее сфокусировать, если получится. Да? То есть это сумка женская, Nocturne. Материал полиэстер, полиуретан, подкладка 65% полиэстер, 35% хлопок. Материал полуфурнитуры, сплав недрагоценных металлов. Вот. А размер у нее 42 на 28 на 13. Вот. Ну, назначение это аксессуар. Артикул 110-86. Очень-очень хочу вам сказать, что мне эта сумочка понравилась. Я в нее влюбилась сразу же. Как только она появилась в каталоге, качество, как вы видите, просто великолепнейшее. Да? На бегуночке логотипчик Faberlic идет. С одной стороны ничего, а это как бы лицевая такая часть. Очень такие красивые. Да? Тут вот ручки крепятся тоже крепко, аккуратно. Да? Все здорово. Давайте посмотрим, что внутри. Внутри один раздел на молнии. Да, вот такой вот разделчик на молнии, не особо глубокий, то есть вот так вот он входит, то есть вот это все, моя рука, это все раздел на молнии. Вот, и, конечно же, с другой стороны два кармашка, да, вот раз и два. Вы знаете, я с удовольствием возьму эту сумочку с собой, ее можно носить как на ремешке, так и так просто на руке. То есть, как вам нравится. Ремешок можно отстегнуть, если вам захочется. А можно его оставить. То есть, он тут пристегивается, отстегивается. Видите, есть как бы что-то типа таких железных, красивых пуговок, да, у вас. И вы можете легко ее отстегнуть. Также длина изделия регулируется. Можете сделать длиннее, короче. Ручка приятная. Не будет натирать плечо, потому что сумка большая. В нее уместится реально много что, да, и вы должны понимать, что она будет тяжеленькая такая. Замочек железненький, односторонний, да, то есть с одной стороны только открывается. Ну, в общем, прелесть, а не сумочка. Буду носить ее с удовольствием везде с собой, да, и возьму ее с собой в Москву на ассамблею даже. Ну, на ассамблею у меня есть маленькая сумочка тоже от Faberlic, а эту сумочку я буду брать с собой и в поезд, и в самолет. Вот такая вот красавица сумочка. Ну и следующее, это такие вот сапожки, ботиночки вернее. Да, то есть, ну это от влаги, везде такие пакетики вкладываются. Да, вот на них аннотация. Это идут ботинки для девочек, цвет бронза, размер 31, артикул 88-40-83. Срок годности тут еще написан, да, значит, верх искусственная кожа, подкладка ворсин, стелька ворсин, подошва резина. Ну, это самый маленький размер, как вы знаете, из коллекции для детей, там дальше идет уже для грудничков коллекция, но грудничков нет обуви. А что скажу по плотности, она подойдет максимум мне, на мой взгляд, до минус 3, минус 4. Хорошая подошва, да, как вы видите, ребенок не будет в ней подскальзываться, что тоже очень хорошо. Но она еще нам пока великовата. И вот, знаете, все-таки узкий тут взъем. Вот. Ну, я оставлю до следующего года.
То есть у нас пальчик вот тут вот большой, то есть она велика, если с носком одевать, да, то есть я купила для того, чтобы ребенок у меня мог носить с носком, так как она носит сейчас то 28, то 29 размер, да, я подумала, что 31, может быть, будет и нам как раз, если носить с носком, потому что босоножки она носит 29 размер без носочка. Вот, и 27 размер нам был впритык, прям в компании Faberlic, вот эти светящиеся кроссовочки, они нам впритык, на весну они уже нам будут 100% малы, будем их кому-то отдавать. Я подумала, что рискну заказать 31, в принципе, возврат никто не отменял. Они мягкие, они такие упругенькие, хорошенькие, да, то есть тут идет вот эта вот, как вы видите, резиночка. Сейчас сфокусирую, да, такая вот эластичная резиночка, и они, в принципе, хорошо тянутся, да, вот, мне кажется, что ей было бы удобнее, тут прошито все аккуратненько, вот носочек, они идут без замочка, без всего, что очень удобно детям, да, на каблучочке, что-то типа, да, ортопедических немножечко, вот, но немножко нам все-таки с носочком, вот тут вот у него большой палец, то есть вот на весну вот хорошо, а сейчас пока великовато, я решила оставить, решила не возвращать, потому что они нам понравились, цвет такой, который подойдет ко всему, что захочется. Вот такая вот симпатичная пара. А, и также я заказала вот такое вот платье, оно мне, к сожалению, велико. Я от компании Faberlic привыкла носить 44 размер, но коллекция от Юдашкина розовая, как вы помните, она маломерила, да, и я заказала это платье 46 размера. И платье 46 размера на меня вообще никак не нашло, не вошло ни в бедрах, ни в груди, ни в плечах, нигде. Я решила, что если я закажу не 46, так как он мне слишком сильно давил, а 50, оно мне будет как раз. Так вот, 50 мне опять велико, и, скорее всего, мой размер был 48 вот этой розовой коллекции. Но сейчас я уже просто его верну и просто больше не буду заказывать, потому что я его уже заказывала два раза. Сначала 44 я отправила на возврат, потом 46, сейчас 50 размер. Посмотрю, если будет 48, может быть, и закажу еще, но пока... Да, платье отличное, замечательное, приятного очень качества, хорошо пошитое, смотрится здорово, смотрится классно. Я знаю, что девчонки на ассамблею собираются именно в таких платьях многие, да, тоже очень интересно, да, это идет платье с рукавом 3/4 для женщины, цвет темно-лиловый, размер 50, 100% полиэстер, верх 100% полиэстер, подкладка, вот, и артикул 85-942. Оно идет мне чуть ниже колена, я ростом 161 сантиметр, висит везде, в груди, в талии, в попе, как бы в плечах, вот, не знаю, спрошу сестру, если она мне его захочет перешить, я буду очень рада, да, смотрите, какое оно хорошенькое, какое оно прям классное, да, вот эта вот подкладочка, она очень хорошо тянется, а это вот как раз идет вверх, вот такой вот он симпатичный. Сзади идет шовчик на молнии. Вы знаете, если вы угадаете с размером, вы прям будете королева вечера, потому что оно очень-очень-очень красивое. Рукавчики, видите, как заканчиваются, да, то есть кружево поверху идет, и низ точно так же кружево идет поверху. Да, вот смотрите, да, то есть оно подклад, он внизу идет немножко, и вот, ну, прям супер-супер. Ну, вот видите, опять с размером не угадала. Но у меня, в принципе, сестра швея, она работала на швейной фабрике. У нее дома есть швейная машинка. Я спрошу, есть ли смысл мне тут распороться, проехаться, уменьшиться. Если она готова проделать данную работу, то я оставлю себе это платье. Вот, ну, конечно, очень хочется. Или посмотрю, если 48 размер. Скорее всего, проще заказать 48. Ну что ж, спасибо за внимание. С вами была Кононова Аня. Обалденная сумка. Она мне так понравилась. Я прям без ума от нее. Очень довольна покупками. Вот. До встречи с вами в новых видео.